Приветствую вас, господин Геральт. Зачем ты здесь? В Изиме бунт. Люди убивают друг дружку. Мне это не интересно. Сюда убегают невинные. Друиды принимают их, а я помогаю им и при случае защищаю. Я могу чем-то помочь? Говорят, опасные чудища завелись около склепа на болоте. Еще что-то знаешь? Поговаривают про огромную летучую мышь и про женщину-вампира. Можешь этим заняться? Что еще можешь рассказать? Спрашивай, ведьмак. Ты защищаешь изгнанников? Да. Возлюби ближнего своего. Ты поклоняешься вечному огню? Честно говоря, нет. Но я предусмотрителен, и несколько добрых дел мне не повредят. Прощай. Да. Чего тебе, путник? Что вы тут делаете? Мы протестуем против вырубки леса и уничтожения вымирающих видов. Не лучшее для этого время. После бунта мы поведем наш зеленый марш к подножию королевского замка. Мы будем протестовать до тех пор, пока король нас не услышит. Мы уже придумали свои кричалки, вроде «Ради прогресса нет вырубки леса» или «Защитим права животных». Я бы вам посоветовал отложить протесты на неопределенный срок. Природа вопиет о помощи! Чего тебе, путник? У вас есть товары для обмена? А ты достал петрушку, камни, платки и шали или белые розы? Я принес петрушку. Давай ее сюда. Поскольку ты принес то, что нам было нужно, ты получишь зелье взамен. Отлично. Во время нашего марша листья собачьей петрушки будут символизировать жизнь. Пусть эти ласточки сохранят жизнь тебе. Если я найду еще что-нибудь, что вам понадобится, я вернусь. Отлично. А теперь я должен заняться деталями нашего марша протеста. До встречи. Время молитвы. В чем дело, путник? Что вы тут делаете? Мы протестуем против вырубки леса и уничтожения вымирающих видов. Сейчас не самое подходящее время. После бунта мы поведем наш зеленый марш к подножию королевского замка. Мы будем протестовать до тех пор, пока король нас не услышит. Мы уже придумали свои кричалки, вроде «Ради прогресса нет вырубки леса» или «Защитим права животных». Я бы вам посоветовал отложить протесты на неопределенный срок. Природа вопиет о помощи! Я слышал, вы платите за кровь пиявок. Так и есть. Мы хотим истребить этих тварей. Они угрожают экосистеме. Нам нужно 10 порций крови. Вот 10 порций. А ты надежный парень. Вот твои деньги. Ведьмак, нам нужно поговорить. Да. Ты был недавно в замке Фольтеста? Верно. Моя кузина Антуанетта мне ничего не передавала? Конечно. У меня есть кое-что для тебя от Антуанетты.
Спасибо, тысячу раз спасибо. Я найду этим деньгам хорошее применение.